Приветствую, дорогие мои. Шалом, шалом, хаверим. Итак, сегодня 7 марта 2018 года от Рождества Ишуа Хамашиаха, Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, а также день рождения моего папеньки Кузьменкина Василия Ивановича, предлагаю вашему вниманию произведение его рук. Такая вот стойка была сделана им для радиоаппаратуры. Раньше, вот совсем давно, мебели не было, делали люди сами. И вот это вот эта работа, эта тумбочка, эта прекрасная работа делалась на моих глазах. Я тогда был маленький, не знаю, мне года два, может быть, было полтора. Я помню, как он вырезал вот эти виноградные грозди. И у меня на достойном месте сохраняется, используется по назначению. Раньше на ней стоял приемник Байкал. Это то, что я вот помню, появился у нас самый такой потрясающий приемник. Можно было слушать весь мир. Потом на него водрузили телевизор Star 3. Самый первый, наверное, у нас появился. Ни у кого не было. Собиралось человек по 15, по 20, лежали на полу, смотрели телевизор. Ну и сейчас я тоже по назначению использую. Тут стоит мой тембр, несокрушимый и легендарный, на ходу. Все работает. Вот тут всякие у меня аксессуары, тут всякие мечи. Мечи, луки, стрелы. Вот и сам, то есть... виновник сегодняшнего торжества. 5 лет прошло, как не стало его с нами. 5 лет. Вечная тебе память, Василий Иванович. Папенька мой дорогой, вот. Твоя работа хранится на достойном месте. Красота какая, не правда ли? Благословен ты, Господь наш, Владыка Вселенной, сотворивший плод лозы виноградной. Барух Ашем. Аллилуйя.